Сегодня уже 9 августа. Мы едем дальше на запад. Выехали утром из Олбани. И долгий-долгий путь в штат Мичиган. Ночевать будем в городе Клинвуд. 7 часов пути от Олбани. Всю дорогу едем. В основном по штату Нью-Йорк. Затем пересечем штат Огайо и въедем в Мичиган. Такое все резное, как из слоновой кости. Hello. Всем привет! Мы приехали в Лансинг, это столица штата Мичиган. Находится прямо посередине этого штата. Приехали посмотреть Капитолий, но не успели, он закрытый. Вообще у нас был сегодня довольно насыщенный день. С утра мы выехали из отеля и заехали на озеро Эри, это одно из великих озер. Я там искупался, хотели успеть сюда, чтобы успеть до закрытия Капитолия. Но на заправке у нас случилось ДТП, и одна женщина, задом сдавая, въехала в нашу машину. Поэтому мы потеряли там довольно много времени. Но вроде все обошлось. И приехали сюда, когда Капитолий был уже закрыт. Так что снимаем его только снаружи, внутри уже не посмотрим. Вот вам и Капитолий. Сегодня прекрасная погода, мы продолжаем наш путь. Движемся наверх по Мичигану в сторону пролива между двумя озерами, озеро Гурон и озеро Мичиган. Еще одни два озера, которые входят в состав великих озер США. Попробуем остановиться под мостом, там вроде есть какой-то парк, искупаться и поехать дальше. Сегодня должен быть длинный путь у нас до Висконсин Дэлс. Это городок в штате Висконсин, где очень-очень много аквапарков и других развлечений. И мы попробуем 2 дня провести в самом большом аквапарке, открытом аквапарке США, ну и в Ковчег. Дети, ну как, вы ждете аквапарк? Да! Отлично! Зависнем там. Вот он, мост Маккинак Бридж, соединяющий оба полуострова штата Мичиган, проходящий в самом узком месте пролива между озером Мичиган и озером Гурон. Длина моста 8 километров. Пойду попробую воду, насколько она теплая. Да, холоднее, чем в озере Онтарио. Ой, чем в озере Эри. На Онтарио мы в этот раз не были. Справа вот это озеро Гурон. Вот я на него смотрю, справа. А вот это через мост, это озеро Мичиган. Ну вот, за мостом. Ну, это же самый, здесь же этот, как он, пролив между двумя озерами. Да. Пойдем помочь им ноги еще в озере Мичиган. А вот мы перешли на другую сторону моста и теперь стоим на берегу озера Мичиган. Здесь исторический парк с историческим фортом деревянным. Пойдем его посмотрим. Форт Мичилинакинак был построен французскими солдатами в 1715 году.
Это укрепленное поселение служило перевалочным пунктом и заправочной станцией для пушного промысла в верховьях Великих озер. Именно здесь встречались торговцы мехом и индейцы. Французские и британские офицеры организовывали военные отряды, а исследователи начинали свое путешествие в обширные западные неизведанные земли. Как это называется? Это верхняя терраса, где стоят пушки, смотровые площадки для борьбы с врагом. Вот мы по периметру идем. И везде огороды у них были. Что там, курицы даже есть. Поселенцы выращивали курочек. Свои Тонкая. Это лук такой. Да, это если лук так большой растет, он цветет. Это виноград, да? Виноград. Виноград, ага. Только это заросший просто. Вот выход на другую сторону. В сторону леса, там где индейцы. Пойдем вовнутрь, посмотрим, что там. Быт того времени. Деревянное такое. Ящики, да что, с патронами, наверное. Твердое? Очень твердое. Ага. Это мои бабушки были такие кровать. Да? Твердые такие. Тоже попахивали таким, такой сыростью. Ну у них во всех комнатах. Мама, вот, мам, потрогай туда себе. А вон скрипка, глянь, какая старенькая. Датская комната. Идут. Кушали, наверное, да? Я тоже спали вот. Жили, спали. Уже кроватка не такая. Без рюшечек. Здесь представлена информация, вся историческая. Как что происходило. The prominent merchants of the Ojibwa relatives held councils with the Ojibwa in which he secured the safety of the British camp. With his own garrison captured, Etherington appointed Ron Rod as the Shilamatnam's temporary commander. А вот местная церковь. Статуя стоит тут у нас. Все, идем. Идемте, то надо еще успеть искупаться до дождя. Что тут? Покажи, что получилось. А, ничего себе. Папа, покажи, что получилось. Кузница, да, крутая, блин. Это почта, что ли? Ну, у них во всех комнатах какие-то тюрьки стоят. А это, похоже, солдатские бараки. Солдатики сидят, кушают. Я подумал, что настоящий. As well as to the south of the entrance path outside the fort.
1959 году здесь начались археологические раскопки, которые проводятся до сих пор каждое лето и являются одними из самых продолжительных раскопок такого рода в стране. The reconstruction of Michilimackinac is based on an ongoing archaeological program begun in 1959. During the summer months. Археологи, видишь, все еще проводят здесь раскопки. Я никогда не был на археологических раскопках. Не видел. Видишь, какими маленькими вот они, всякими ножичками вот так вот все собирают, чтобы ничего не повредить. Да. Видишь, что это? Раскопки, девочки. Собирают крупинку за крупинкой. Здесь выставки. Археологических раскопов, которые тут проходили. Demolished or burned Michilimackinac's buildings when the fort was abandoned in 1781. The location of the fireplace and chimney. The color appears as a large depression beneath the floor. Glass turret suggests the location of windows and plaster fragments. Floorboard scraps and pieces of iron hardware provide construction details. This valuable information. At Michilimackinac, the stratigraphy can be broadly broken down into five layers, each representing a historic period. Это как они искали, они археологи. From before the first Europeans arrived at the strait. French, from the construction of the fort in 1715 to the end of French control in 1761. British, reflecting British control of the fort from 1761 to about 1780. Demolition, containing the charred remains of the fort burned by British soldiers. А вот такими они лопаточками, да, собирают? Смотри, как... вообще не видно, только вот эту штучку. В 1761 году, после поражения французов в Семилетней войне, форт перешел к британцам. А в 1781 году форт был перенесен на остров Макина. Все, что не было перемещено, было сожжено. А это вот остатки старого сожженного частокола. Как форт выглядел, начиная с 1715 года. Потом с 1730 года. Потом с 1744 года. Потом с 1761 года. И потом с 1779 года. До 1781. At that point, we had about 60 soldiers. The vast majority of them would have been dressed as Patrick is, in that red coat. He is dressed as a member of the 80th. It also helps quite a bit with the accuracy issue. If you are on those nice long lines firing together, you can create a wall of bullets. You don't need to be as accurate of a wall of bullets. Someone's going to hit something. Thank you. Poise your firelock. One, two. Cock your firelock. One, two. Handle the cartridge. Prime. Shut pan. One, two. Charge with cartridge. Draw rubber. Ram down the cartridge. Turn rubber, shoulder your firelock, one, two, make ready, set, fire! Представляешь, каждый раз так было вообще. Каждый выстрел такой бабах. Они в наушниках даже ходить.
А мне не громко было, я чуть-чуть совсем закрыл. А им представь так. В общем, мы посмотрели этот Мичилимакинак порт. Вообще офигенный. Очень крутой. Выставки здесь крутые, сделаны под землей. Раскопки до сих пор происходят. Вообще стоит того. Недорогие билеты. Вообще, мы, короче, не знали вообще, что он здесь есть. Просто приехали посмотреть на мост и на слияние двух озер, а оказался тут целый исторический парк и форт. Немного интересных фактов о мосте, по которому мы едем. Маккинак Бридж – подвесной мост, соединяющий верхние и нижние полуострова штата Мичиган. Занимает 26 место в мире по длине основного пролета между башнями – 1158 метров. И третье место среди мостов США. Открытие моста состоялось в 1958 году. Стоимость строительства моста на тот момент составила 99,8 миллионов долларов. При строительстве моста погибло 5 рабочих. Проезд по мосту платный, стоит 4 доллара с легкового автомобиля. На покраску моста уходит 7 лет. Когда она заканчивается, то начинается снова. Каждый год в День труда, в первый понедельник сентября, мост открыт для пеших прогулок. Это называется Маккина Биг Волк. Традиционно ее возглавляет губернатор штата. На этом наш 14-й день путешествия заканчивается, но до конца путешествия еще далеко. Сегодня мы должны добраться до городка Висконсин-Дэлс и завтра затусить в аквапарке Ноев Ковчег.